попался вот такая вот монеточка, 5 гривен Украины, на вообще монета называется Автономная Республика Крым, 5 гривен. Дата выпуска 25.04.2018 года. Монета сравнительно свежая. Номинал 5 гривен, как я уже говорил. Биметаллическая, из недрагоценных металлов. Масса 9,4 грамма. Диаметр 28 миллиметров. Ну и тираж 45 тысяч штук всего-то. Не сильно много. Ну, на аверсе монеты размещены сверху малый государственный герб Украины, по кругу надписи «Национальный банк Украины», 5 гривен внизу надпись, справа логотип банка монетного двора Национального банка Украины, в центре композиции, символизирующий Крым, Медведь-гора Аюдак, справа от которой год чеканки монеты 2018 на фоне стилизованных волн, античный корабль, под каким ханский дворец, Бахчисарая, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу горсть винограда, амфора, татарские и античные монеты, цветы горной лаванды. На реверсе монеты изображена вот так вот, посмотрим, стилизованной карты Украины на фоне орнамента из произведений блюда автора Рустема Скибина. По кругу размещена надпись «Автономная Республика Крым» вверху и слово «Украина» внизу. Вот, посвящена она автономной административно-территориальной единице на юге Украины, расположенной на Крымском полуострове, которая омывается водами Черного и Азовского морей. А от материковой Украины полуостров отделяет озеро Сиваш. Крым имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, который обеспечит природный курортный фактор и уникальный ландшафт. И славится многочисленными памятниками археологии, истории, культуры, архитектуры и градостроительства. Богатая история Крыма и народов, сформировавших его сегодняшнее этническое лицо. Украинцев, крымских татар, русских, греков, армян, немцев и других этнических и этноконфессиональных общин. В 2014 году Автономную Республику Крым коварно оккупирована Российской Федерацией, это так считают украинцы. Насильственная аннексия Крыма не признается украинским государством и международным сообществом, которое считает полуостров временно оккупированной территорией. И вот памятная монета продолжает серию, посвященную областям и территориальному устройству государства Украины. Ну, то, что в Крыму был референдум, соответственно, волеизъявление крымского народа тоже не учитывается. Но видео снято на тему все-таки нумизматики, не политики. Такая вот имеет место быть. Еще раз эту сторону посмотрим. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.